Здравствуйте, уважаемые друзья! Добро пожаловать на наш YouTube канал. Сейчас мы следующий пациент покажем. Удаление зуб мудрости. Сейчас посмотрим пациенту. У нее жалоба. Открываем. У нее верхний зуб мудрый. Ночь сильно болит. Когда кушает, болит. Острый боль. Сильный боль. Вот проверим зуб, верхний справа, восьмой зуб. Проверили мы, подробно проверили показания к удалению. Сделали мы анестезию, обезболивание сделали, безболезненно. 15 минут ждали, уже готов к удалению зуб. Дорогие друзья, смотрите внимательно. Теперь мы сделаем удаление. Значит, вот этого пациенту зуб мудрость только надо удалить. Ну-ка, начали. Дорогие друзья, смотрите внимательно. Осторожно, потихоньку. Потихоньку открываем. У пациента боль нет. Еще раз проверим немножко. Вот десны открываем от зуба. Еще раз проверим вот так. Выходит зуб мудрый. Теперь с помощью щипцами открываем. Откроем щели. Вот, дорогие друзья, вот зуб мудрый. Никакой боли не было его. Слава Богу, нормально. Вот зуб больной. Причинный зуб мудрый, боль. Бросаем. Спасибо вам. Теперь зуб, место зуб посмотрим, проверим. Лунки ничего нет. Сейчас кровоостанавливающие лекарства положим. И пациенту назначаем лекарства. Антибиотик, таблеточки. Несколько дней будет принимать он. Полоскает. Все будет нормально. Закрываем.